Второй мозг – лимбический. Это эмоции. И, в общем, мы усваиваем их от матерей и женщин. Поэтому мужчины не понимают, что там происходит. Но женщины понимают. И у матерей очень особенные отношения. Мой первый импринт любви такой же, как у вас. Я 9 месяцев провел внутри, как, наверное, большинство из вас. Внутри, там все обалденно, если вы помните. Между прочим, мы помним. Мы дрессировали котят условному поведению до рождения. И после рождения они помнят дрессировку. Так что да, мы помним. Конечно, помним не так, как вы помните выступающих до меня или то, что видели по телевизору. Но мы помним. Так что я помню. Обслуживание в номере потрясающе. Кондиционер всегда отлично работает. Бесплатный транспорт. Музыка диско все время. Почему, думаете, тинейджеры ходят в тесные темные подземные помещения, чтобы слушать бум-бум? Потому что импринт такой. Все хорошо, очень хорошо. Я помню это. И моя мама любила меня, была прекрасной женщиной, любила меня. Однажды она говорит: «Вон!» «Что я сделал не так? Вон!» «Я сделал ошибку или что? Вон!» «Можно я еще ненадолго? Нет, вон!» «Можно я буду приходить иногда? Нет, вон!» «Почему ты так со мной поступаешь?» «Потому что я тебя люблю». Ой. Первый импринт любви очень непрост. И если вы снова переживаете это в жизни, женщина говорит, что любит вас, а потом говорит «вон». Это же все время происходит.